Новый способ мошенничества. Письма с просьбой о ходатайствовании материальной помощи стали поступать к руководителям предприятий республики. Адресаты в основном директора промышленного и агропромышленного комплекса. Отправителем писем значится Министерство сельского хозяйства Чувашии. Вот только само ведомство таких просьб не отправляло. Мы хотим вам заявить официально о том, что никакие письма такого рода в адрес руководителей предприятий республики, Министерством Чувашской республики сельского хозяйства не направлялись. И указанные подписи, они с нашей точки зрения являются поддельными. В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности. Мы усматриваем в их действиях мошеннический способ завладения чужим имуществом. В связи с этим Министерство сельского хозяйства обращается к руководителям предприятий республики с просьбой быть бдительными в случае поступления данных писем, незамедлительно сообщать об этом правоохранительные органы Чувашской республики, в том числе и информировать нас, Министерство сельского хозяйства Чувашской республики, чтобы мы могли принять соответствующие меры.